корчуем грушу. Погода еще позволяет. Идет чуть-чуть быстрее, чем яблоня, за счет того, что схема посадки другая. Просто деревья реже. А так корни более крепкие. Визуально корни вроде поменьше, но они какие-то крепкие. И вот почему-то на груши меньше поросли. Меньше кустов и поросли всякой. Участок чище. Расскажи отличия корчевки яблони от груши. Так и груши, да. Это ж поросли груши, да? Уже ничего не осталось и не поддается, да? И тут тоже груши поросли, да? Вроде пусто-пусто, а тут пятно. Все равно на яблоне как-то поросли больше, да? И акация. Тут акации нет. Может, посадки рядом нет. Лопатой перевыпнули. Саженцы. Здесь видно дерево пропало и куча поросли, да? Потому что тут нету деревьев. Дерево разрушилось. Тут было дерево, да? Дерево разрушилось.
маленький пятачок. Пятачок поросли, а минут 40 продолбались. Нет, а чё? Не, ну, так, деревья нормально. Нормально, чисто там. Нас повеселее пойдем. Начинали петушком. Ой, ну его хватит. До обеда ты пикнул. Этот легенько, да, так? И корень немалый. И, по сути, еще недели две и все, и погода не даст, наверное, да? До снегов. Вот, поэтому и оставляем рычаг. Рычаг уже не получится. Там, где поросли нет, корчевка идет очень вкусно.